всех приветствую на канале Animal Life. Ее привязали к раковине, оставили миску хлопьев и уехали навсегда. После того, как семью выселили по неназванным причинам из съемного жилья, управляющий дома спустя неделю случайно услышал в квартире слабые стоны животного. Когда он пошел проверять, то нашел в ванной комнате маленькую собачку, которую накрепко привязали к трубе под раковиной. Возле собаки стояла миска с кукурузными хлопьями, а сама собака так сильно перекрутила свой поводок, что хрипела и скулила от боли. Почему семья решила бросить своего питомца в таком положении, осталось неизвестным, но пес пробыл там в одиночестве всю неделю, и у него не было ни воды, ни нормальной еды. Он съел часть хлопьев, страдая от голода, но другая часть была не тронута, так как из-за перекрученного поводка пес не мог до них дотянуться. Собака была сильно истощена. Волонтеру повезли собаку в ветклинику, где и сделали операцию на шее, так как там была открытая рана. Кроме этого, ветеринар сказал, что судя по состоянию собаки, она провела по ремне под раковиной куда больше недели, то есть ее держали привязанной там даже когда семья еще жила в квартире. Несмотря на все свои лишения, с раной на шее, истощенная и обезвоженная, собачка, которой дали кличку Отем, оказалась очень ласковой и дружелюбной. Сейчас Отем восстанавливается под присмотром волонтера Кристин Шамбер, которая взяла собаку на время в свою семью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.